И мы продолжаем прохождение Watch Dogs 2. Да. Ну, к сожалению, мы забыли начать снимать, это вообще надо было просто поразговаривать со всеми. Там надо было создать себе пистолетик и джампер. Да, и это мы уже все сделали. И мы погнали. Так, выбирай джампер. Так, джампер вернулся. Как ты его активировал, я не помню. Я хызак его активировал. Нам сказали его открыть. Нам сказали его прогулка по парку. А то может телепортнуться? Отвижу здание X. Нет, нельзя. Жаль. Пока не открыли зонду, а телепортироваться нельзя. Нет, можно помогать. Вот мы открываем магазин. Ой. Мы открываем магазин. Мы открываем дверь. Открываем дверь, сейчас сваливаем. Да, это недалеко, всего лишь 150 метров. Сейчас быстренько. Ну 150 метров сейчас, это норм. Мы... Подержи микрофон. Держу. Я парня ударил, это не я. Следование игровой мир. Вокруг залива Сан-Франциско можно найти много интересного. Чаще используется NetHack R3, чтобы найти награды и данные для разблокировки, дополнительные операции, достопримечательности. Здесь всегда можно обнаружить что-нибудь, цель, запретные зоны. Здесь часто можно найти пакеты с деньгами. Все интересные находки будут отмечены на карте Noble Maps. Он прочитал без... На одном дыхании, дорогие друзья. Да. За это да, лайк. Блин! За это лайк. Опять читать. Так. Фракции и контролики. Подождите, что это? Конфликты. Звонок в полицию. Жители города могут вызвать полицию. Вот это вот обозначается как-то вызывая... Как будет, короче... Как вызов будет идти. Да. Вызов полиции для ареста Маркуса, если человеку удастся сделать звонок, на место происшествия приедут стражи порядка. Чтобы прервать звонок, атакуйте звонящего в ближнем бою. Нолик, отвлечь его с помощью взлома. В общем, позвоните или навести на него оружие L2. Да как Watch Dogs 2? Софт готов. Я торчу в парке. Что тестируем? Опа. Сканируй людей и устройства. Посмотрим, что нароет профайлер. Так, мы находим цели для новых операций. Решаем проблемы. Они его пинают! Вот этого дебила! Тут, короче, можно идти. Они загружают наш софт. Окей, блин, тогда приехали. Сканируй людей и устройства. Посмотрим, что нароет профайлер. Так, мы находим цели для новых операций. Решаем проблемы и привлекаем внимание людей к датсеку. Я случайно, я не разбираю. Они загружают наш софт. Мне надо мы получаем новые данные. Да. А еще ты можешь найти компоненты для исследований. Хипстер-продавец! Смерти! Ладно, ладно, я понял. Что теперь? Что хочешь. Займись тем, что тебе нравится. Задание — приложение DeadSec. Чем есть. Больше сделаешь, тем больше подписчиков. Завалить а подписчики нам нужны. Их компьютеры да увеличивают давай нашу вычислительную мощность. А что без делать? Без неё как без рук. Да уже столько прожил. Да ладно, сейчас я от них вытру. Смотри, оба-на. Очень. Бери, брат. Они мне ещё быстро... Это легко, тут можно почти что поизи свалить по лицу. Это еще вон, видите, темное место. Погнали туда. Ты же немножко поиграл, ты должен управление научиться. Да, но я. Короче, я просто не понял, как правильнее будет. О, ну смотри, они. Опа, там пакет с деньгами. Только если хочешь, только там столько будет проблем, там просто... Да просто умри, да и все. Реально, быстрее будет. Ну окей, сейчас. Нужно как же этот пакет с деньгами? Просто там деньги. Окей. Эй, джампер. Убей меня. Все, спасибо. Реально, быстрее. Мы полсерии проветывали. Не полсерии. Но очень долго.
Мы лучше это время бы потратили бы на серию, чем на пострелушки эти долбаные. Да я ж не виноват, что управление такое сложное. Просто ты привык к первому Watch Dogs. Да, что бежишь, что паркурить на нолик нажимать. Ну. А я пока просто в один... Один отдельный бежал, я постоянно нажимал на нолик и... Я просто не знаю, как тут бежать, а вот... Нет. Все норм? Блин. Так. Миссия. Сейчас мы быстренько найдем. Это миссия, которой у нас нет. Разблокируйте дополнительную операцию. То есть. Нам вот это. Прогулка по парку. Выбрать. Ну да, так. выбирай. Так. Отслеживание задания. X. Подожди, задача разблокируйте дополнительную операцию ввода. Все хакеры ДЦ получают слов, которые позволяют благодарить их. То есть, мне, наверное, надо другой термин сделать. Я теперь еблю. Нет, для начала надо вот это вот. Как я так не понял? Блин, и чё на ногу? Куда ты прёшь? Понял, всё. Наличные данные, которые откроют вам доступ к дополнительным операциям. Нажмите R3, чтобы войти в режим... Вот так. Вон, надо вон туда. Вон, тому столбу надо поговорить, а не поговорить. А что случилось с Боба Дейксом? Он новый альбом записывает, слышал? Ага, в курсе. Но мы его не услышим. Ублюдок Джим Карцани выложил миллионы, чтобы забрать все копии себе. Зачем директору фирмы рэперский альбом? Он собирает диски Боба. Видимо, на стенку хочет повесить, знаешь, как трофеи. Деньги ему девать некуда. А сам Боба согласился? Пока не объявлял ничего, но это ж такая сумма. Может, еще есть время вмешаться. Сделает что? Вы, наверное, слышали про Джина Карцани? Этот говнюк хвалился по телеку, как он поднял цены на лекарства от лейкемии. Вся Америка его ненавидит. А что такое? Он большой фанат Боба Дейкса. Предлагает ему миллионы, чтобы Боба дал послушать свой новый альбом только ему. Какой бред? Боба на это не пойдет. Настоящий нет. А вот мы можем подсуетиться. Я наведаюсь к Боба, одолжу парочку новых треков для докат... Окей, просто будем болтать, чтобы не давать... Ну, дотсек. Дотсек. Давай, погнали. Закон это не то. Да, высокая цена. Угу. Я уже ее слушал. Вышел трейлер. А я на Твиче смотрел. Да, класс. Без меня не смотри. Смотрел. Встретимся в Хакерспейсе. Скоро буду. Что
Я хз, как он называется. О, радио, вы... Вы меняете радио. За что полиция? А это не нам, за Анвару. New Dawn Mental Wellness Center is a respected part of your community. If you're feeling lost or just disconnected from life and happiness, New Dawn is there for you. Visit one of our information centers. Come meet us, because we want to meet you. Ты едешь от поместья или просто ехать? We have great success rate with members across Silicon Valley. New Dawn, we're waiting for you. Сергей, а нафига мне вот сейчас самому ехать? Смотрите. Сейчас. Смотрите, я же как раз таки же не зря прокачивался. Ты что, ты же прокачался даже? Да. Смотри, что мне делать. Ты телепортнулся? Нет, это очень жестко. Короче, я просто мог управлять машиной. Не, ну нафиг. Это реально сложно. О, я знаю, откуда-то песни пошли. С GTA-шки. Давай взломаем телефончик. Все, взломали? Да. Сваливаем, сваливаем. Весело, да? Взломали музыку и поехали. Так нам и надо музыку продать. У меня есть трек Боба, который еще никто не слышал. Нарезали там фраз? Йо, слышь, я Боба Дейкс. Супер! Как мы свяжемся с Корцани? Я пойду к его особняку. Хочу видеть его лицо. Ну? Я на Твиче смотрел. Да я ж на Твиче просто немножко посмотрю. Что делать? Не знал. В GTA тоже собаки есть. Да, но я тебе говорю, ой, это не только с первым нет собак, и просто детей нет. Ой, что так смешно? Ну в текстуры зашло, ну. Ну и что дальше? Да пофиг, давай. Так, давай дальше. Да-да, продолжаем, но закончить ее уже. Получите доступ к особняку.